за место. Кнопка какая-то, надеюсь, это не динамит. Так, ладно. Что это за блоки? Это что? Это лаки-блок? Я попал на лаки-блок в Майнкрафте. Вот, блин. Лисы. Здрасте. Так, ладно. Не будем обращать на это внимание. Так, лис, уйди. Пожалуйста. Я пытаюсь сломать... О! Броня. Так, броня это круто. А у меня что уже? У меня уже весь инвентарь заполнится успел. 5 алмазов, ё-моё. Так, ладно. Вытекаем. Пора выходить из этого ада. Так. Да, я здесь, походу, один. Пока что. Хорошо. Так. Надо подойти к краю и выкинуть лишние предметы, потому что этих предметов у меня очень много. Ты кто? Ты лошадь. Лошадь мне не нужна. Так, ростки. Тут цветки всякие. Железо коровы. Ладно, сохраним. Мухоморы. Мухоморовые рыбы. Ой, не важно. Так. Так, ладно. Вот и хорошо. Зелье регенерации. Это отлично. Реген всегда полезен. Так, надо быть осторожным с ними. Яйца. Ой-ой-ой. Очаровальная же вспомнилась. Ё-ой. Панда. Здоров. Здоров, браток. Так. Ты кто? Панда, можешь не мешать, пожалуйста. А, нет! Ух, он сохраняет. Ой, нет! Я помер. Сейчас у меня все предметы, скорее всего, отберут. А, нет. Здесь сохранение не инвентаря стоит. Нет! Ой, больно. Кровать отсутствовала или была загромождена? Да ее и не было, да? Она отсутствовала. Так, деревянная кирка. Походу, здесь сейчас лаву будут лить, а мне этого очень как не надо. Да, вот она. Неважно, что я поставил лед к лаве. Мне просто нужно было что-то поставить. Вот так вот. И хоп. Сейчас. О, стекло, круто. Так, спавнеры мне сейчас вообще не нужны. Ладно, яйца тоже выкину. Подрог. Так, понятно, я выкидываю их в не туда, куда нужно. Короче, не туда, куда нужно. В общем, хотел сказать. Так. Не знаю, зачем мне это, но ладно. Может быть, понадобится. Так, выкинем. Блок маха можно простроиться куда-нибудь. Но я знаю, куда... К другим блоковым островам. Можно так это назвать. Так. У меня алмазное зачарованное... шелковое касание, неразрушимый... Стоп. А мне не нужна такая кирка. Не нужна такая кирка. Алмазная сойдет. Так, ладно. Так, зачарованный меч. 7 урона, 6 урона. Он сильнее, чем... Отлично. В следующую серию я... Ставьте лайки, чтобы в следующую серию я позвал своих друзей сюда. Но для этого надо обязательно поставить лайки, чтобы я позвал своих друзей в этот мир
Майнкрафте, да? Ой-ой-ой, опасно. Так. Лишнее все выкидываем. Фонарь не понадобится. Так, все. Копаем. Так, эти локи-блоки надо сломать как можно скорее. О, еще одна панда и эндер-жемчуги. Круто. Блоков пока у меня не хватает для того, чтобы простроиться, хотя мало. Тем более я еще и упал сейчас. Ой, прыгучесть. Клево. А теперь могу высоко прыгать. Причем очень высоко. Так, ладно. Мне придется сейчас помереть немножечко. А, нет, не придется, походу. Больно, я сейчас помру все же. Блин, а эффект упал. Ну, спал. Короче, эффекта больше нет, к сожалению. Я не про это. Метеор. Только не говори. Ой, ё-моё. Метеорит в меня летит. Ну ладно. Так, он сейчас взорвется, да, там? Опасно. Ну, мы, в принципе, не против опасности. Нам... Ага, пошел отсюда вредина. Вот гнида. Вот тварюга. Так, мне нужно взять свой меч на 7 урона. Где этот вредина? Я ему сейчас так повредничаю. Он потом сидеть на попе не сможет. Ровно. Ё-моё, алмазная броня. Да мне все равно. Я выкидываю лишние вещи. Так, ладно. Блин, он сюда пойдет. Не, не пойдет, отлично. А я выкину тогда туда все лишние вещи. Так, так. Это мне. Хотя, блин, нужно было. Лук на мощь 4. Мощно, мощно. Так, ладно. Блин, а там все мои предметы пропали. Ё-моё. Так, ну вот отсюда я буду строиться, кстати, начинать. Вот так вот. Хотя нет, я вот так вот буду строиться, начну. Поверху. Кто меня там стреляет? Или мне показалось, не знаю, ну. В общем, простраиваемся. Ладно. Потом будем строиться. У меня кончились, практически кончились уже блоки. Что довольно плоховато. Так. Сюда бываем. Золотые яблоки. Пауков. Пошел отсюда. Где этот страж? Ну ладно, в принципе, не важно. Главное, что у меня есть золотой яблоко. Так. А. Да ну ё-моё. Придется сейчас тратить снова блоки на него. Так вот застраиваем. Блин, мои пальцы. Моим пальцам не нравится. А, ё-моё, я чуть не упал. Клёво, что я все еще жив. Ой, я могу кого-то забросать зельками. Так, кстати, алмазной киркой я же могу забрать золото. Все эти блоки. Блоки мне нужны больше, чем всякие эти ваши. Хрени. Особенно больше, чем диски. Диски мне вообще не нужны. Так, может здесь... Ага, здесь спавнер выпал.
А мне этот ваш спавнер тут не хочется. Да, блин, я его подобрал все же. Хотя спавнер тоже блок. Ладно, так уж быть. Подобрал. Так, ладно. И снова меня куда-то зарыли. О, это домик. Здесь даже кроватка есть, уютненько все. Наковальненько. Это просто дом нубика. А почему она красная? Ну ладно. Тут там бочка была? Бочка? Так, не, ну в бочке пусто. Так, ладно. Так, ну мне ваши ботинки не нужны. Мне нужно другое. Так, меня сейчас выкинут, нет, да? Почему меня вечно выкидывает? Ну ладно. На этом я тогда с вами попрощаюсь. Или нет, я продолжу. Хотя, блин. Что мне делать? Ладно. На этом я закончу наш ролик. Если вы хотите продолжение, пишите в комментариях и ставьте лайки. Ай, нога. Надеюсь, вам понравился ролик. Если вы слышите какие-то скрежетания, надеюсь, вы их не слышите. Вот. Извините. В общем, пока. До связи. Следующий, она, скорее всего, будет завтра. Завтра, кстати, будет, выйдет вторая серия моего начатого сериала. Как это называется? Собравший все виды брони или что-то типа этого. В общем, всем пока. Всем до следующего ролика. А, да, всем хорошего настроения, всем пока.